Министерство внутренних дел России распространит практику видеофиксации использования водителями телефонов за рулем, которая применяется только в Москве, на другие регионы страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства. Места установки комплексов автоматической фото-видеофиксации, имеющих возможность фиксировать нарушения правил применения ремней безопасности и использования мобильных устройств во время движения, определяются в том числе на основании анализа аварийности и выявленных правонарушений, уточнили в МВД. Отмечается, что по согласованию с властями других субъектов РФ в будущем, данная система будет распространена по всей территории страны. Препятствий для этого нет, отметили в ведомстве. В Москве благодаря этой системе с начала 2021 года сотрудники полиции выписали по камерам почти 56 тысяч штрафов за вышеперечисленные правонарушения.